Прямо сейчас обсуждаем опасные и не очень курорты, куда вы можете отправиться даже на Новый год. У нас в студии Василий Федюнин, руководитель туристического агентства. Здравствуйте. Добрый день. Тот перечень, который сегодня опубликовали, и Сомали, пожалуйста, и Ливия, и Сирия, насколько часто туда летают красноярцы, летают ли вообще? Безусловно, здесь нужно отметить какой факт. Вообще для жителей Красноярска, учитывая наш географический фактор, все эти страны, они довольно сложные для посещения, потому что нужен как бы довольно длительные стыковочные маршруты, поэтому это все-таки, так скажем, больше единичные случаи, нежели как бы общая практика. Поэтому, когда я увидел список, да, 10 минут назад в эфире, я обратил внимание, как бы 100% это страны, которые не то что в этом году опубликованы, а они в принципе, они, давно, наверное, ежегодно, да, они составляют какие-то общие рейтинги, и все это как бы в первую очередь зависит от финансового благополучия страны пребывания. Как бы понятно, если мы говорим о странах Африки, говорим о странах там, Латинской Америки, говорим о странах, так скажем, третьего мира, то в любом случае общая ситуация, которая касается благополучия финансового, она отражается и на безопасности, потому что очень развита преступность, очень развито воровство и так далее. И если мы говорим в рейтинге о топ посещаемых, да, или наиболее благополучных, это в любом случае вот в рейтинге мы увидели северные страны европейские, которые, это небезызвестный факт, что они самые дорогие в принципе для пребывания. И позволить себе отдых в этих странах, таких как Финляндия, там, Норвегия и так далее, на севере Европы могут себе позволить довольно обеспеченная категория туристов. Ведь долгое время и Тунис, Турция, они тоже попадали в список небезопасных стран. Как сейчас туристы к ним относятся? С опаской или едут уже нормально? Тунис и Турцию я бы отнес все-таки... есть страны, я бы выделил какие-то страны, в которых ситуация, она временами просто меняется, да. И здесь нужно просто обращать внимание на текущую политическую ситуацию, как бы элементарно промониторить ситуацию в интернете, какая на сегодняшний день стабилизационная политика, да, именно в государстве. Поэтому в Тунисе и в Турции были определенные инциденты, которые повлекли целую череду умозаключений там, и так далее, и в общем и целом отразились на посещении. То есть это были целые политические инциденты, да, которые, в принципе, на сегодняшний день создали общую ситуацию. Турция в любом случае, независимо от того, что 2 года назад было прекращение рейсов туда, этот год показал, что в принципе люди соскучились по этому направлению, и все мифы в своей голове и какие-то иллюзии по поводу небезопасности развеяли и спокойно поехали туда отдыхать. И в принципе все рейсы практически полностью были загружены в течение сезона. Вот от безопасности переходим к ценам. У нас сейчас среди зрителей некая даже дискуссия получилась. 25 тысяч рублей 2 недели и all inclusive. Бывают ли такие путевки сейчас? На самом деле, вот именно если мы говорим о текущем моменте времени, да, учитывая тот факт, что в некоторых странах прямые направления из Красноярска находятся сейчас в межсезонье, в принципе, и для того, чтобы обеспечить некую загрузку, да, туроператоры временами демпингуют, да, предоставляют так называемые горящие туры. И, в принципе, даже сейчас, вот на текущий момент времени, буквально недельной давности информация, текущее время, даже от 15 тысяч, 20 тысяч на человека недельное проживание, да, то есть... Это какие направления? Куда целиться, чтобы попасть в такую путевку? Это мы будем говорить о Китае. Это Вьетнам. И вообще есть определенные тенденции ежегодно накануне Нового года, а в принципе уже можно это текущее время назвать кануном Нового года, конец ноября, начало декабря, очень часто по прямым направлениям в преддверии Нового года существенные дисконты на туры. Да, посоветуем только следить за этим дисконтами. Спасибо вам большое.